Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Александру Балу его родные с детства пророчили военное будущее. Отец особенно настаивал на его поступлении в военное училище. Сам же будущий актер хотел стать экономистом, но судьба распорядилась иначе. Как вспоминает артист, учеба ему давалась не слишком легко. Но по окончании учебного заведения его очень быстро начали приглашать на небольшие эпизодические роли и как актера массовки. А вскоре предложили и главную. Чаще всего он играл военных, так как заложенные в детские годы привычки дали свои плоды. По своей натуре и характеру Балуев очень закрытый человек. Он не часто общается с прессой и дает интервью. А если его и удается разговорить, то, как правило, он очень скупо делится фактами из своей личной жизни. Журналисты знают лишь самую малость о его первой жене. Что ее зовут Мария и что познакомился актер с ней, когда ему было около 30. Это произошло на съемках фильма в Крыму. Вскоре на свет появился ребенок и влюбленные сыграли свадьбу. К сожалению, их брак был недолгим. Спустя 7 лет они расстались по непонятным причинам. Дочка, которую они назвали Мария Анна, продолжает жить с мамой, также поддерживая хорошие отношения с отцом. После этого было много разнообразных слухов о личной жизни актера. Очень часто журналисты распространяли сплетни о его романах с партнершами по съемочной площадке. А потом неожиданно для всех актер объявил о своей свадьбе, на которую не были приглашены представители СМИ. О своей новой избраннице он тоже ничего не говорит. Лишь однажды поделился о том, что женщина работает в школе и она просто хороший человек. Если вы знаете актера Александра Балуева и вам нравятся фильмы с его участием, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!